Вот оно двигается, как лава. Когда оно остывает, оно превращается в закостенелое что-то. Для меня вообще это как жизненный цикл. Что-то живого, что-то холодное, хрупкое, мертвое и снова обратно. Это очень правильный взгляд на стекло. Борис, расскажи немножко о себе. Я был врачом много лет и стал скучать, и искал себе хобби. Пошел учиться в Академию искусства, учить файн-арт, искусство. И там я видел впервые горячее стекло. И это была любовь с первого взгляда. Я понял, что я буду этим заниматься. Что для меня...